Всем доброго времени суток. Не знаю уж почему, решил я сегодня чего-то микрухой половить. Сейчас вот покидал здесь 2 грамма головка. Был выход какого-то маленького. Так и не понял, то ли щучка, то ли окунь хватанула. И потом какие-то тычки, похожие на карасевую. Может, карась клюет. Сейчас поставлю грамм вольфрамового чебурашку. И попробую, может, карася половлю. Посмотрим. Ну, кто-то здесь стучит. Вот так. Ну и посмотрим, чтобы нам одеть. Одену Мосю. Не знаю как. Кто? Может какой-нибудь шнурок клюнет. Так, чистый вечер скоротать. Такая Мося от Атак. Вот, попробуем. Может, окунек. Мосю клевать не хочет. Поставим червячка. Ну, вроде даже карась на него клюет. Вот такого посмотрим. Кто-то стучит. Стук, стук. Плотва. Поставим ту, на которую у меня клюнула. Виброхвостик. Ага, стукнул. Вот опять стук и все. Что, рыба прет? Вот один вот был выход, или шнурок, или кто вот с ребятишками стояли. И стучит тут вот такое ощущение, как окунек. Окунь, что ли, гоняет там, блядь? Но окунек. Тут штук окуневый такой. Ну как утром? О, видишь, кого-то поймал. Ох ты, все, срезало. Ушла. Откусила. Так без поводка. У меня флюрик стоит. Ну такая. Ну может грамм 300-400, может. Ну. Такая, по ощущениям. Попробую сейчас маленький поставлю. У меня есть тут. Да, позавчера хорошо находила. Ну вот я говорю, сидел, у меня спиннинга с собой не было. О, смотри, цапли что ли, или кто это такие летят? Нет, вон вверх, 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 смотри, кто летит. Ну, блядь, а их я не знаю. Журавли. Журавли, наверное.
А сейчас поводок поставил, хрен клевать будет. Попробуем. О, карасей ловят. Думаю, ладно. А там бревно какое-то лежало. Туда, короче, раз. А там это... Щука на бас такого на пару килов. Но вытащил. Эти такие на меня так посмотрели. Фотосессия. И с чистой совестью на свободу. Беги. О, дельфин. Так, ну что, попробуем здесь. О, кто-то балдеет. Надо как-нибудь там карася половить. Ага. Ух ты, убежала. Вот это окунь был. Это был окунь. А может шнурок. Он похож на окуня. Пока уберем, поставим нимбл такого. На 3 граммах на дыкоевской джиголовке с офсетным крючком. Вот так примерно. Посмотрим. Летит уже, конечно, не как граммик. Вот я поймал. Саму тесто просто закинул. С земли, что ли, подобрала? Чудеса, блин. Зашел, закинул спиннинг, короче, сам пошел, начинаю доставать, а там у меня щук сидит, со дна подобрало, походу. Вот, наверное, кто там балдел. Такая же головка дыкоевская с соседним крючочком. Вот так чудеса. Короче, надо закидывать и уходить. Что мне в этих же головках нравится, траву хорошо проходит. Приманка, наверное, на дно упала. Она подошла и смотрела на нее. И в тот момент, когда я стал поднимать спиннинг, дернул, она, наверное, сразу повисла. Рак свою работу сделал. Его на отдых. Так, так, так. Поставлю-ка я шарнирчик. Так, что мы сюда повесим? Повесим опять рака. На шарнире он мне как-то больше нравится, чем на джиголовке. Как-то вот так. Ладно. Собираю манаточки. И пойду дальше. Несколько раз закинул. И домой. Здесь попробую. Не пойму, окунь что ли стучит. Мелкий. Так, ну-ка попробую здесь. Вот какой-то тут то ли окунь, то ли кто.
материнит постоянно. Так, сначала туда запулим. Давненько я что-то не отрывался. Но сегодня уже одну чебурашку вольфрамовую граммовую у меня съели. Сейчас я по голове попаду, в щуке. Может, клюнет. На этом рыбалку буду заканчивать. Темно уже, не видно ничего. Ну, что могу сказать. Маленько половил. Сколько? Часика полтора, наверное. 5 нормальных таких ярко выраженных поклевок. 2 реализованные. 1 срез. Съел у меня вольфрамовую чебурашку граммовую. Ну, тем не менее, вечер походил, погулял, отдохнул. Что еще нужно? Не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока!